Ну что ж, друзья, мы находимся в сквере Блони, который раньше назывался, и до революции в том числе. А сейчас это сквер имени Глинки, Михаила Ивановича Глинки, великого русского композитора, нашего земляка. Вы знаете, чудо из чудес, вот вы видите этот памятник, да? Великий композитор. Но когда я был у него в усадьбе, то экскурсовод сказал, а я потом нашел подтверждение, естественно, в интернете, что рост этого великого нашего композитора был всего лишь 147 сантиметров. Какая сила, какая великая духовность, какая немыслимая фантазия в его мелодиях, в его великих произведениях. И это великая сила, русская сила в таком небольшого, будем так говорить, роста человечки. Поэтому, когда говорят, что наш Владимир Владимирович Путин маленький, ничего страшного, лишь бы был удаленький. Но пока и удаленького ничего я не вижу. Спасибо, друзья. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Давайте насладимся вот этой вот картинкой. Вот этот же сквер. Это море зелени. Это хороший солнечный день. Ну, а наслаждаться его произведениями может каждый из вас. Хотите в интернете, хотите другим способом. Михаил Иванович Глинка. Запомните, мой земляк. И есть районный центр на Смоленщине, который так и называется Глинка. Пока.